Так, и может быть попробуем сплавать? Так, что там? Так, здесь большая шестеренка. И больше вроде бы ничего. Да, больше нам нечего здесь делать. Ты заметил, что там под водой светятся грибы? Ну да. Так, я, по-моему, не могу отсюда. Нет, вот здесь вот можно зацепиться. Да? Вот тут вот встать можно. Угу. Круто. Так, ну что, так. Опять платформа? Да. Секунду. Угу. Все, я допрыгнул. Так, а как мне это сделать? Давай я возьму. Угу. Так, только мне бы сейчас не свалиться. Ну да. Отлично. В последний момент. Так. Так, и там наверху нас ждет что-то очень даже интересное и забавное. Так, секунду. Так, а здесь больше нельзя какую-то платформу сделать? Ага, подожди. А, то есть здесь можно пройти, да? Так, давай попробуем пройти. Сейчас. Или так, нет? Подожди, возьми, пожалуйста... да. Я сейчас попробую вот этот ящичек сюда поставить. Нет, вроде бы здесь уже некуда идти. То есть не получается, да? Угу. Не получается. Так, ну давай я сделаю платформу. Так, секунду. Ящичек, сейчас скажу. Ой-ой. Ящичек вот сюда, вот только с другой стороны. Вот, вот так, да. Так. Андрей попросил ящик, а Максим создал доску. Так, тут можно что-то сломать. Собирай. К тебе. Я пассивно, да, собираю. Ага, ну с этой стороны уже вроде как ничего нет. Нам так, нужно пройди, пройди сюда. Вот так вот аккуратненько. Да. Так. Ну хотя бы так удалось зацепиться. Секунду. Так, я залез. Угу. Теперь самый главный вопрос. Как залезть тебе? Так, ну я сейчас попробую запрыгнуть на эту платформу с помощью воздуха. Давай ты, наверное, возьмешь Зою. Сейчас, секунду. Ой. Да. Чуть-чуть. Так, Зою, да? Угу. Если чем я тебе могу помочь, это удержать вот эту платформу. Ну, кстати говоря, это здорово поможет. Так. Ох, как она сопротивляется. Да-да-да. Да что ж так, такое? Попробуй с вот, вот этой вот. Нет, почему-то не получается. Эй-эй. Так, давай еще раз. Секунду, она поднимет. Угу. Сейчас. Да что ж такое? Хорошо. Так, и здесь я тоже не могу это сделать. Хм. Андрей, попробуй сделать платформу. Сейчас, правее. Секунду, мне кажется, да. Сейчас, готов? Ну да. Отлично. Вот чуть-чуть. Не удалось мне немного там пройти. Так, я не вовремя. Так, ну ладно. Сейчас попробуем еще раз. Еще чуть-чуть. О, круто. Все. Неужели я это сделал? Так, и нам нужно как-то налево попасть. Ну, в принципе, это легко. Так, а наверх мы можем, кстати говоря, попасть вот сюда, на этот балкончик слева? Да, там вроде даже что-то есть. Попробуем так вот. Так, секунду. Ой-ой-ой. Мама дорогая. Таран. Кто это? Что это за существо? Осадное орудие. Ну да. Так, давай сначала. Сзади? Сзади? Да, я не успел. Я уже увидел его в последний момент. Ого. Так, а тут битвы поразнообразнее будут. Ну да. Подожди, у нас новый противник.
Вот этот вот гоблин с пушкой. Да, пушку мы уже у него отобрали, скажем так. Да. Так. Подожди секунду, у меня есть... Аккуратно. А ты можешь его еще дальше отнести? Угу. Нет, лед вперед. Вот сюда, да? И еще дальше можешь? Нет, не могу, к сожалению. Можешь, ну давай попробуем сейчас, да. Угу. Давай. Ну, и вниз. Сбрасывай. Все. Пушка одна. Да, это просто супер, по-моему. Так, хорошо. Так. Ну, нам даже это помогло. По большому счету, да. Долго он там держался, да? Круто. Так, ну это, я так понимаю, что там все, больше ничего нет, да? Или тебе где-то ящичек сделать? Так. Так, ну и в принципе так тоже можно. Андрей? Так, ну давай, там еще выше можно было залезть. Угу. То есть тебе нужно ящичек какой-нибудь соорудить, да? Давай сначала я залезу на этот балкон. Там совсем высоко. Я даже не представляю, как туда забраться. Так, получилось? Нет. Так, давай еще раз. Ты вот эту вот крышу видишь? А, вижу, но плохо. Ага. Так, а поменяться мы не можем, да? Так, да, поменяться. А подожди секундочку. Сейчас, если я вот так вот сделаю, да. Ага. Так, давай ты сюда залезешь тоже. Вот, как бы круто. Там совсем высоко. Так, давай попробуем тогда опять поменяться. Сейчас, секундочку, у меня идея возникла, одна. Так, один я... Ай-яй-яй. Да. Понятно. Ну, теперь можно меняться. Так. Все, отлично. Всё. Так, давай я попробую сделать платформу. Угу. И еще одну. Тебе вот... Держи платформу. Я хотел создать ящик, да. Ну я что-то вроде бы достал. Так, давай попробуем еще раз сделать. Так, тут пропал ящик. Отлично. Еще один ящик. Получилось? Нет. Ай, ай-яй. Так, сейчас. Мы с тобой тут нагородили целый огород. Да. Строительный. Так, может быть тогда вот как-то так сделать? Секунду. Так. Жалко, Зои нету. Да. Ай-яй-яй! Все, все собрал. Круто. Так, обязательно надо будет потом посмотреть, что же там такое было. У нас новый уровень. Да. Взрыв молота я, пожалуй, прокачаю. Но только единственное, что непонятно, как им пользоваться. Вот я сколько раз кидал, он не взрывается. Еще пулю в тень позвать его. А просто урон. А, просто урон и все, да? Я думал, он будет как-то красочно это делать, честно говоря. Красочно у нас Понти бегает. Да, совершенно верно. А знаешь, что самое смешное? Здесь была точка сохранения, мы могли возродить Зои. Так, тут какой-то рычаг. Попробуем его. Ай, ручки. Так, отлично. Платформа. Ага. Ну смотри, Андрей, в принципе, так, можно забраться понятно. Сюда. Теперь так, круто. Теперь у себя создай ящик. Ну да, можно, в принципе, и так. И припрыгивай. Сейчас я отсюда скину. Угу. Я. Так, все, круто. Здесь нужен ты. Ага, то есть ты держи. Угу. Так, ну я запрыгнул. Угу. Но только
Сейчас давай поменяемся. Угу. Так, отлично. Бизую. Угу. Так вот. Круто. Неужели я сделал это с первого раза? Так, собираем. Так, отлично. И что там? Ух ты, какая красота. Да, такая. Потрясающая фонтан. Статуя. Это... Нет, мне показалось на секунду, что это русалка. Да? Я чуть-чуть не достаю. Так. Так, а смотри, мы можем как-то туда попасть еще, да? Так, странно, но почему-то мне не хватает чуть-чуть, чтобы запрыгнуть. Так, давай я попробую взять Амадея. Угу. Можешь как-нибудь взаимодействовать вот внизу с бочкой вот этим? Да, можно попробовать. Хотя, с другой стороны, она не поднимается. Так, а бочка может взрываться или нет? Нет, тоже не хочет. А попробуй забраться вот сюда наверх. А, ты думаешь? Да-да-да, может быть... Нет, не получается, да? Подожди секунду, сейчас я... А, ты можешь запрыгнуть с помощью гриба. То есть вот на гриб запрыгни. Угу. Так, только... Вот, вот, да, 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 в ту сторону мне надо. Сейчас, секунду, подожди. Угу. Нет, почему-то я не пролезает, Зоя. А там что-то взорвалось, кстати говоря, ты слышал? Нет, да? Это я просто, у меня взрывные стрелы. Угу. Нет. Нет, сверху не зайти. Может, конечно, снизу как-нибудь. Ну, давай попробуем. Секунду. Тоже вроде бы нет. Так, так. Запрыгни, зацепись за нее. Угу. И не получается, да, вот на эту платформу запрыгнуть? Нет. Ясно. А там что-то ценное наверняка. Даже не знаю. Слушай, загадка не из простых. Да. Может, сюда нужно? Нет. Да вроде бы нет. Так, вот тут я еще кое-что заметил, когда прыгал. Зои, что рука нашей уважаемой фонтана. А, ну это чтобы потушить. Ну да. Это не относит. Подожди, а вот здесь какой-то еще да. есть камешек. Точнее, не камешек, а кубик. Давай попробуем вот туда. Может быть, кинуть. Вниз сначала. Спустить. Сюда вот. Куда ты имеешь в виду? Вот сюда. Так, сейчас, подожди секунду. Он очень тяжелый. Так. Только нам это ничем не помогло. Ну, значит, этот бутылек, к сожалению, остается. Ну, тогда давай этот камень на руку русалки положим. Давай. Лишь бы только его теперь достать. Да, он очень тяжелый. Так, минуту. Так, не совсем понятно. Надо его, нам надо, чтобы рука наклонилась. Так, ну вот, вот она вроде бы наклоняется, но при этом... Это сами. Угу. Так, вроде бы потушили, так, да? Да, я щитом тут помог. Ну все, двигаемся дальше. А, можно пробежать просто, да? Угу. Да, давай. Вот я пробил стену, поэтому... Так, аккуратно. Ой-ой-ой, аккуратно, там пушка гоблинов. Я не успел. Так, а я зайду сверху, пожалуй. Так, а там же у нас есть точка сохранения. Так, ага, пушка не прекращает стрельбу. Ну да. Так, сейчас я постараюсь, чтобы тебе она сильно не мешала. Да что ж такое?
Ну, подожди, лучше не ходи сюда. Так, отлично. Так, ну... Сейчас, подожди секундочку, я возражу. Зоя. Так, хорошо. Довольно-таки непростой уровень, да, Андрей? Да, сложный. Но мы выбрались из города, вроде уже в деревушке входим. Тут такие... Гоблины целую армию привели. Угу. Так, там еще одна пушка. Угу. Сейчас я... То есть... Так, я поторопился, да? А вроде бы нет. Ух ты, здесь еще выше можно попасть. Так, нас сначала вот тут заберем. Ладно. Ай, извини. Сейчас, секунду. Секунду, подожди, подожди. Давай, давай. Да что ж такое? Я, как обычно, все не могу сделать с первого раза. Так, там сможешь возродить? Да, конечно. Так, как-то. Да что ж это такое? Ну, вот что я делаю? Чуть-чуть. Так, а здесь еще одна пушка есть, да? Да, но он стреляет. Аккуратно. Угу. Запрыгнешь? Да, я уже запрыгнул, но мне кажется, лучше, конечно, тебе это сделать, потому что я, как ты помнишь, прыгать так не умею. Ты смотри-ка, запрыгнул. Молодец. Угу. Так. Не получилось. Ой-ой-ой. Так. Ай! Ничего себе. Неплохой. Так, сейчас, секунду. Так, я пойду восстановлюсь. Давай. Я пока попробую сделать Эмодея чуточку храбрее. Угу. Так. А, ну это, конечно, практически нереально. Но попробуй. Все в наших руках. Так. Да зачем я это делаю? А, тут же есть шипы, точно. Так, в огне уже подобный наш друг побывал. Подожди секунду. Ну, тогда уж просто скинем. Ну да. Почему мы не можем взять его пушку? Я как-то умудрился. Его головой стукнуть, да? Да. Круто. Хорошо. Так, давай-ка я попробую огненным луком. Так, нет, не получается. Ты главное не подходи к пушке сзади. Так, мощная круто. Стрела у Зои. Да. Отлично. Так, и там какой-то рычаг. Так, ты наверху пушку там я все смотрю... собрал? Ну нет, еще пока нет. Угу. Чуть-чуть там поближе наверху. Ко мне. Чуть-чуть. Ты почти попал крюком, сцепился. Да, попробуешь в прыжке зацепиться. А я секунду. Угу. Супер. Неужели у меня стало получаться Зои? Так, круто. Джеронимо. Ай. Я почему-то решил... Так, у меня же ледяной лук больше прокачан. Очередная катапульта. Секунду. Нырнуть здесь никак. Ой, так, подожди секунду. Угу. Сейчас, секундочку, пока что. Ты думаешь, здесь что-то можно разбить? По всей видимости, нет. А смотри, на башне, если ты обратишь внимание, наверху гоблины стреляют из луков. А точно ли это гоблины? Может, это защитники? А, да-да-да, да, точно. Смотри, стреливаются. О! Это было круто. И мы на поле боя. О! Ух ты, ничего себе! Гоблины, возвращайтесь в свои болота! Мама дорогая, ты посмотри, что здесь происходит. Так, как я понимаю, нам нужно его остановить. Да. Так, аккуратно. Так.
все, я кинул. Бомба. Так. Почти бомбу победили. Все. Аккуратно, там рядом с тобой бомба сейчас взорвется. Но я все равно не успел. Так. Смотри, сколько там этих костоломов на задней, целая армия. Это кошмар. И мне это очень здорово напоминает «Властелин колец», как обычно. Так, что нам делать с этой? Ага. Надо ее взорвать. Так, а может быть бежать сзади? Не обязательно. Отлично. А, попробуй. Почти. Угу. Ой-ой-ой, мы уже ее подожгли. Все, сломали, хорошо. Круто. И снова дракон. На этот раз это даже не дракон. Не дракон, гарпия какая-то. Остановитесь и послушайте. У нас Маргарет. Амадей, это ты? Маргарет. Все эти черти носили. Разберитесь с этим, немедленно. Сейчас о вас позаботится Виверна. Да, вам предстоит небольшой полет. Теперь я понимаю, ты затеял фальшивое похищение, чтобы оправдаться за исчезновение. И помни, не возвращайся, а не то мало не покажется. Я так думаю, Амадей не очень хочет ее спасать. С ее пути никуда. Там ее научат молчать. Да, добрый гоблин. Ну что ж, друзья, пожалуй, мы уже только в следующей серии продолжим проходить эту замечательную игру, да, Андрей? Да. Ну вот, ну что ж, игра просто потрясающая, но, по-моему, вот это дополнение, оно гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Вот, да, тем не менее, я напоминаю, что с вами был Андрей. Андрей, попрощайся. Всем пока. Да, ну и добрый Макс, всем пока, увидимся в следующих сериях.